Hero of the Storm. Брак, ну что, сыграть на мужика на келе? Припикнуть, а там посмотрим, что они выберут. Насколько это будет играбельно. Подожди, вот этот тип, по-моему, знакомый ник. Нет, не знакомый. Винрейт не тот. Я не знаю, чё гал здесь, но как по мне слабоват. Просто ему нравится играть на чёгале. Я бы на чё порулил? На гале не знаю. Эурелька у нас была, было вообще шоколадно. Он отошел куда-то. Ну это палево максимально. Блять, тогда уже придется за него играть. Ну вот, конечно, сейчас забанить его. А, не успеет. Ну поехали, блядь. Конечно, большая ответственность на мне будет лежать здесь, но ничего не поделать. Прям очень большая. Ждут вообще бомбил. Ну а бомбил тут нельзя идти, потому что надо за точку драться. Не знаю даже. Тайпу забанен, да? Ну только Анза будет сдалека накидывать. И Мур один автоатаки наши замедлять очень сильно. Тут надо и лечить. Ну опять же через кухан тоже опасно. Вроде мы стану завались. I'm in. С другой стороны, Ауриэлька есть, да? The wait is over. I like orb. Okay. Кухан. Кухан тогда надо. Так, блин.
Под Мурадином не хотелось бы. Ладно, сейчас посмотрим по ситуации, конечно, но будет нихуя нелегко. У них мощная четверка. Тут нельзя сильно пассивничать, но и дохуя получать урона тоже нельзя. Тут надо прям идеальный баланс держать. То, чего я как раз делать не умею. Ну, вперед. Так, ну сегодня взяли зебру с собой, вроде она полегче, говорит. А лошадь потяжелее будет. Значит, должны бегать быстро. Да, она Леорика просто должна ушатывать. 5, 4, 3, 2, 1. Еще и плюс блоки от Мурадина. Автоатака, это, конечно, гиблое дело. О, доминантная бомба. Ой-ой-ой, тихо. Так, Ханза автоатачный. Сука, как же он больно накидывает. Охуенно. Сейчас мы так быстро отлетим, если я так буду умирать. Надо их дамажить. Надо как-то пока хуёво все выглядит, если честно. Ира сейчас заиграет у нас. Хорошо. Охуеть больно, как же больно, сука. Идти на базу или хуй делать, сейчас у меня шот. Ебать же они жадно вкатывают, это просто пиздец. Придется рисковать. Брать вот это. Дай.
тушат страшно. Еще попробую блокировать. Блин, а правильно ли талант Аурелька взяла на седьмом? Может от получаемого урона брать? Стянули, суки. Куда я, блядь, полез? Понятно. Мисанула она, конечно, седьмой талант. Это, блядь, самый важный талант, наверное. Сбили. Ну, мне бы хилали кристаллов, реально. Кто-нибудь, пожалуйста. 100 на 100. А, она уже отдала кристалл. Интересно, куда? Ой, не-не-не, надо тут помогать. Тут вообще завал. Сейчас пуля, да, там, ой, ой. Так, проверочка. Хуёвая стерка. Хорошо. Most impressive.
ты где? Хороший кристалл. Так, хватит уже по мне пить на ярево. А, это был кристалл, я думал стазис, что он быстро прошел. Хороший кристалл. Очень хороший. Вперед. I am the queen spear. Где сейчас мы не погорим молча? Нет, они наверное, не идут бычить. Вниз убежим. Бегу. Бэк. Блять. Хорошо, на развороте приняли. Найс. Together we overcome. Порядочек. Поверху, да? Угу, идем наш поверх. А, у нас 16-й. Отлично. Как приятно чагала мне отставать по уровню. Просто великолепно. Тихо, полегче. Держимся на рендже, пытаемся скопать неприятно. Ага, стану какие-то они злые и опасные. Сейчас зомба. Станет готов. Вася впитал, хорошо. У них 16-го. Ой, хуёво, я сейчас разрушал. Together we overcome. Запедрёхали в углу. Так, ну это только минус 2, да? Нам бы
по хилке что-нибудь нарулить. Или еще мини хил. Так, стремайся немного. Сейчас я стендовик отсюда. Нет, они не будут давать. Хорошо. Половим босса. Отстань! Пилок. Ладно. Промазал, сука. Пас. Нет, КП. Не хочу. Восстановим ХП с полными силами. Бой. Сука. Хороший кристалл. Найс. Ах, бля, сразу заглушил двоих, сука. Да. Иди отсюда. А, у них 100. Знаю, да, что делать, надо и дефать идти, но можно попробовать продавить чуть базу. Можно, это не самое. Нихуя себе, это что за магия такая? Серьезная. Надо уходить, все, бэк. Раньше это делать можно, ну ладно, как есть. Zerg threat eliminated. 20-го у них по-прежнему нет. Вообще надо было поддушивать, наверное. Я не знал, что у них такой талант есть. Я себе талант. Вступает, ладно, забираем. Most
Она держала линию, за счет нее мы выиграли время. MVP. Ну, Ауриэльки за кристаллы, однозначно. Ух, ну было очково, если честно. И мы когда первый раз, два раза сдохли, я думаю, ну все, это уже не выровняет. Было очково. Блять, хотя по киллам смотришь, да вы их порвали в хлам, но... По игре это было нелегко.